Всем привет! Сегодня решил сделать обзор на такие вот мелочи. Мячики, ежика. Эти дешевые игрушки хорошо подойдут для ваших питомцев, собак, кошек. Приобретались они с китайского сайта AliExpress. Наверное, по порядку. Начнем с этого ежика. Ну, заказывал я котам их. Такой вот резиновый ежик с пищалкой. Качество отличное. Естественно, не для больших собак, так как данная игрушка на один укус. Цвета также бывают разные. Но мы взяли вот такой вот оранжевый. Яркий. Второй, значит, вот это вот, наверное, такой вот мячик, шарик, я не знаю, как его назвать, с шипами. Тоже довольно прочный. Правда, пищалку уже коты выгрызли здесь, провалилась внутрь. Доставал я ее, ставил на место, но опять провалился. Данный мячик пищал раньше. И кроме этого от удара вот светится синим красным светом. То есть такая вот игрушечка. И последний образец. Это вот такой вот мячик в виде баскетбольного мяча. Антистресс. По ощущениям напоминает кубку в какой-то оболочке. Вот. Но сначала думал, что коты с этим мячиком расправятся очень быстро. Они его грызут, царапают, таскают. Но нет. Довольно прочный. Видите, пару сколов всего от клыков. Вот так. 2 месяца уже он отходил. Отличная вещь. Если кому интересно, то ссылки на данный, так сказать, продукт будут под видео. На этом заканчиваем наш мини-обзор. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.